Друзья, перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка будет в описании под этим роликом. Зайдите и поддержите нас. Сегодня на одном из российских сайтов появилась, дорогие друзья, ужасная новость. Многие из нас просто зарыдали, когда услышали об этом. Все помнят, любят и знают российского телеведущего Александра Васильевича Маслякова, который ведет передачу КВН. Одно время говорили, что он уходит со сцены и передачу будет вести другой актер. Но пока изменений нету. Сегодня с Александром Васильевичем случилась ужасная трагедия. Рано утром он был доставлен в одну из больниц города в тяжелом состоянии. На данный момент за его жизнь борются лучшие врачи. Подробностей пока нету, мы пока пытаемся узнать, что же действительно с ним случилось, почему об этом никто ничего не говорил. Давайте поддержим, друзья, Александра Васильевича Маслякова, будем надеяться, что с ним все хорошо, его жизни ничего не угрожает. Скорее всего, он переживает из-за того, что его хотят снять. И за это он получил нервный срыв. Давайте, друзья, подпишемся на наш YouTube канал, нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который мы приготовили для вас, и он выйдет на нашем канале. Будьте с нами, друзья, до скорых встреч на нашем канале.